Привет! Сегодня приготовим макароны по-флотски. Для начала отвариваем макароны. Далее мелко нарезаем лук. Я взяла уже готовое мясо, у меня это говядина. Но вы можете взять сырой фарш. Нарезаем на кусочки и перемалываем в блендере. Начинаем обжаривать. Сначала обжариваем лук. Далее добавляем наше перемолотое мясо. Затем кладем кусочек сливочного масла, перемешиваем. И после добавляем стакан кипятка и оставляем потушиться. Помидоры трем на крупной терке и добавляем к мясу. Только после этого добавляем уже отваренные макароны. Жарим минут 5 и все, можно подавать блюдо. Приятного аппетита, ставьте лайки и сохраняйте. Готовим макароны по-флотски с фаршем. Нам понадобятся макароны, фарш, репчатый лук, томатная паста, чеснок, соль и зелень. Лук обжариваем до золотистого цвета. Добавляем фарш и жарим 15 минут. Параллельно отвариваем макароны. В фарш добавляем чеснок, томатную пасту, солим, добавляем зелень, перемешиваем и жарим 3 минуты. Затем вливаем немного воды и тушим на медленном огне под крышкой 10 минут. Дальше добавляем отварные макароны и хорошо перемешиваем. Макароны по-флотски готовы. Приятного аппетита! Привет, дорогие друзья! Сегодня готовим вкусные макароны по-флотски. Thank you.
Варим макарошки, буренка, томатная паста, немного соли, немного перца, немного паприки, сухого чеснока. Обжариваем макаронный бульон, соединяем, перемешиваем, накрываем, выкладываем. Зелени для красоты. Сочные макароны по-флотски готовы.